Добрый вечер. Знаете, как радостно и одновременно страшно видеть столько народу в одном месте. Да, ну. Наверное, давно мы не выступали, сдается мне. Вообще, да? Хорошо бы так через годик после своих похорон бы еще собраться. Сколько человек? Не, сегодня не будет таких шуток, да, хотя, сами понимаете, какое все это настроение, да, скажем, что тут говорить, ладно. Евгений Быков. Вот. Между прочим, да, сегодня мы как ярые представители, знаете, сегодня с утра я что-то, пришла фраза «инвалютный инвалид». Вот, понятие инвалютности, оно как-то не присутствует уже в нашей жизни. А инвалидность, Николай, Евгений Николаевич только недавно из больницы, видите, хромает на правую ногу, у него правая нога стала чуть поменьше в районе коленки. Вот. Я давно уже хромаю на правую ногу, так что сегодня дуэт ампутантов будет исполнен с особым душевным и не только душевным трепетом. Вот. Но сегодня, собственно, у нас есть повод, это презентация нового альбома. Альбом странный, поскольку он называется «Странные деньги», какие-то такие песни туда вошли, всяко разные, даже по оформлению можно уже понять, какими чувствами был обуреваем автор и же с ним, когда, значит, этот альбом сотворялся. И вот мы так решили, что первое отделение, первую часть нашего общения мы, собственно, практически по альбому-то и посвятим этому. Вот какое в результате всего этого сложится настроение, состояние, ощущение, это уже, как говорится, судить не нам, у нас оно, безусловно, сложится, ну, а вы там, я думаю, обменяетесь какими-то мнениями, ощущениями. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вот первая песня, которая, собственно, и дала название «Странный день». Такая своеобразная история с этой песней. Сложилась-то она довольно давно уже, где-то в начале 90-х. И как-то она, знаете, вот не пелась, не пелась, не пелась, и вдруг прошло вот столько лет, и в сознании, в воспаленном сознании автора, значит, она как-то встала на свое место, что-то сощелкнулось, и открылись какие-то новые горизонты в этой песне, во всяком случае. Что-то день нынче странный. Никого не убили и не подняли цену на питье и жилье, и печальные дети простейших фамилий не бросались камнями в отражение свое, и печальные дети простейших фамилий не бросались камнями отражение свое. Что-то день нынче странный, дали всем по заслугам, кто пошел по этапу, кто вернулся домой, и на улицах люди поздравляют друг друга, и веселую жертву, и счастливый конвой, и на улицах люди поздравляют друг друга, и счастливую жертву, и веселый конвой. Что-то день нынче странный, солнце светит не жарко, ребятня без опаски воду пьют из ручья, и по-прежнему дружат пастухи и свинарки, и земля плодоносит, потому что ничья. И земля плодоносит, потому что ничья. Вот и день на исходе, пустячок, а приятно, и рукой не дрожащей перевернут листок, и умом понимая, что душе непонятно, новый срок свой мотаю на гитарной.
черный колок, и умом понимая, что душе непонятно, новый срок свой мотаю на гитарный колок. Эгегей, ужотка, нутка, ну-ка встань-ка, человечность, через нос заторченность посмотри на миру мир. Вот он бледен и порочен, беден, злыден и ужасен, и практически раздраен твой фантом и твой кумир. С высоты дождей кислотных посмотри. Идут рыбачить. Пятачок, наф-наф, снуф-нуфум, и пенсионер Лужков. Им-то что, все под контролем, ВВП почти утроен, свиньи носом землю роют, добывают червяков. А вокруг бурлит и пашет, пишет, пышет и крышует, то ли вьется и курлычет над Кремлем влюбленный стерх, то ли в мазу 2 по 300 курит пьяненько икая, обколбашенный толбачик пепел стряхивая вверх. И министр обороны сразу послан шагом маршем. Олимпийские объекты Эрмикаба-саботаж. А якутская якудза, видя сиськи Волочковой, забросала всех камнями и сломала бель-этаж. Будет, будет, что-то будет, то, чего бы и не надо. Барин будет пить перцовку на классический тащак. Ну а как же тут не выпить, как же, братец, не нажраться, коль вид без выпивки двоится и имеют токи так. Так живем и выживаем, и творим себе кумира, а потом его и холим лет так 40-50, и колени отряхнувши, мчится родина с мигалкой, и осколков во осколки под колесами хрустят. В этом диске 3 таких стихотворных фрагментика, это вот один из, который, собственно, и начинает его. Вот, ну, а дальше 2 песни, которые, наверное, могли появиться только в нашей. А я сказал, беда, беда. А он сказал, ну да, ну да. Беда, поскольку кончились снаряды. А я сказал, леса седы, а он сказал, что это дым, поскольку догорает где-то рядом. А я сказал, беда, беда, а он сказал, да ерунда, они всегда кричат, когда им больно. А я сказал, нельзя же так, а он сказал, наказан враг, и все вокруг поэтому довольны. Никогда не будет так, чтоб были мы неправы. А если нет, то будет бой, да с кем угодно, хоть с собой. Ведь бой не ради жизни, ради славы. Я что-то говорил еще, как говорит больной с врачом, услышав приговор, не умолили. И билась в голосе слеза, и он не отводил глаза. Он мне в глаза смотрел, но как-то мимо. Пошел вперед, за ним под знаменем народ, и я пошел со всеми, но брат. Вот, а следующее, ну, поскольку, сами понимаете, песни же, они просто так не получаются. Сначала что-то ты видишь, что-то ощущаешь, что-то переживаешь, что-то в тебе накапливается. Я вот диск, когда закончился, вышел уже, я его увидел. Уже прошло, не знаю, там, 3 недели, я так что-то вот хожу, внутри такая ровная, спокойная пустота, такое поле, которое начинает заново запахиваться, что-то там посеется, что-то там зайдет, но сейчас вот пока идет отдача. И, как, не знаю, там, в капле воды вся Вселенная отражается и выражается, так, может быть, какой-то совершенно незаметный случай, повод стать
для тебя чем-то более значимым, чем просто там, не знаю, там, знакомство с кем-то, чей-то день рождения, не знаю, там, какая-то встреча, новая или старая, неважно. Вот так познакомился однажды с нормальным человеком, доктор Мишин, да, любитель авторской песни, любит выпить и слушать авторскую песню. Это сразу нас сроднило. И когда мы встречаемся, мы всегда с удовольствием общаемся друг с другом. Немолодого барда, я бы сказал, да. На гитару неудобно опираться. Ну, об этом речь впереди, хотя сейчас, да, начнем уже наши воспоминания больничные. Причем, когда я показал их Жене, он совершенно с ними согласился, как говорится, сделал поправки со своим наркозом. В наркозах, где-то в наркотических наших летаниях мы где-то соединились и нашли друг друга там. Вот. Но у меня просто это... Как в свое время Юрий Швисбор ввел же в обиход новый совершенно жанр песни-репортаж, так и я, не отступив, как говорится, ни на йоту от правды, написал репортаж о посещении премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым больницы номер 67 7 ноября 2014 года. 13-го, чуть-чуть. Да, уже отлежалось. Как-то раз лежу в больнице, одноног я и не быстро. Вдруг забегали сестрицы, в гости к нам премьер-министр. Дабы выразить участие, он заедет к главврачу. Мой сосед сомлел от счастья и повторно сдал мочу. Набежало тут народу, стали драить весь этаж. Санитар Степан как воду пил С2, H5, OH. А проктолог был в завязке, принял фенобарбитал. И на марлевых повязках все улыбки рисовал. Туалет отмыли чисто, потеряв всего двоих. 10 опытных чекистов закосили под больных. Пробрались в палату, мирно постояли на часах и легли по стойке смирно с пулеметами в трусах. А вот и общество готово в коридоре толпача для приветственного слова рот открыт у главврача.
врача. И заходит тут охрана, все на вышку стоят. Два палатных таракана тоже встали с нами в ряд. А вот и он, костюмчик синий, да в бюджете из дыра. Но жива еще Россия, мы в ответ ему ура! Он без нанотехнологий, мы в натуре, ну никак. Он заботы и тревоги, мы не натощак. Он коррупцию как грелку, мы ты только укажи. Он бывает недоделки, мы да ладно, не бомжи. И одели все, одели в санитар Степан затих. Тараканы улетели, крылья выросли у них. Главный врач на взрыв заплакал и сказал в ответку речь. За эту хрен зарплату мы костями готовы лечь. Нам бы лишь побольше грантов и появится просвет. Тут же двое ампутантов спели песню о Москве. Москва, звонят колокола. Он дал ценные советы, горячо дали на обед. Как хорошая примета за сарин в туалет. Все ушли в палаты рано после праздничка приврат. И вернулись тараканы, где-то крылья потерял. Звонят колокола. Ни слова лжи, да, и тараканы были, причем... Интересно было наблюдать, приходит нянечка с огромной шваброй, грязной, матеряет, значит, она шарашит туда-сюда, там, под койками, над койками, по койкам, все, все живое разбегается, значит. Кто мог уползать, значит, больные там под панцирные сетки, только она ушла, ходят тараканы. Типа, что, да, ушла, все, да, больные притюпливают, приманывают, ну, а то хрустят ими, как семечками. Ну, это самое нетерпение. Так что, видите, соседствует и то, вот следующая песня тоже написанная там в больничке, она совершенно уже по-другому и звучит, и воспринимается. Причем тоже, знаете, не было бы факта, не было бы и песни, когда на коляске, ну, Америка, я говорю, тебя на коляске возили, он говорит, нет, только на каталке. Я такой, а меня на коляске, о, это... И такие два ветерана авторские песни. И больница 67-я, она такая старая больница, хорошая, добротная такая. Ее использовать будут, или использовали уже, не знаю, как бомбоубежище. Можно, да. Потому что там соединяется ходами такими. Ходы, сами понимаете, между корпусом А и корпусом Б. Какой может быть ход? Прошла коляска с каталкой, и все, в один конец. И такие зеленые стены покрашенные, и вот везет меня санитар, что-то там ручит, бормочет, а я мальчик не маленький, он что-то пыхтит там, материт жизнь, меня, все. И я так смотрю, думаю, вот ощущение, я говорю, такой вот хорон везет куда-то, куда понятно, да, ну куда-то. И вдруг я на потолке вижу, вот клянусь, это не придумано, захочешь придумать, не придумаешь. Такая надпись черным, Ясон и Саня были здесь. И я так и обмяк, знаете, в этой коляске. И я все, я понимаю, что это все, вот все мои эти мысли, это есть жизнь, это истина, да. Ну, ну, Петя и Саня, Вова и Коля, я сон. Откуда там взялся я сон? И я так с такой головкой на бок-то и приехал в другой корпус, и назад был свезен так же, да. Получилась такая песенка. Да, в этой песне я соприкоснулся с нынешним миром юзеров, пользователей интернета, потому что там вставилось слово «имхо». Я долго выяснял у дочери, что это такое. Она смотрела на меня со всевозрастающим удивлением каждый раз, когда я подходил. А я спрошу, забуду, спрошу, забуду. Ну так я говорю, «имхо» — это «имхо». Все. Где-то лучше,
детское отделение. Ох-ох-ох, мой вздыхает хором. По туннелю из корпуса АДВ он толкает мой старенький трон. Бормоча про условия АДВ, он толкает мой старенький трон. На свинью среди тысяч дорог, без ступенек подземная лестница, возле лампочки вьется дымок, словно птичка недобрая вестница. В спину дует из корпуса А ветер боли, страданий и ужаса. Лицо овивают слова, от которых сильнее не дужится. А лицо овивают слова. Мы с Хароном придем не спеша. Он ворчит, что в стране все развалено, и о том, как была хороша жизнь в эпоху товарища Сталина, и что пашет он здесь задарма, и про то, как боится покойников, просторушек, сошедших с ума, и шагающих вниз подоконников, и про то, как обедать пора, и про то, сюда все во сне возвращаются. Над больничкой в небе дыра, в ней дымки снизу вверх собираются. Над больничкой в небе дыра. Вот следующие три песни, вот эти случайные песни. Вот не попал бы я в больницу, да, не было бы этих песен. Не встретился на моем пути человек с Кочетом Борисович. Не было бы следующих трех песен вообще. Это такая иллюстрация, когда вы знали, с какого ссора. Безусловно. Но вот что-то происходит, какие-то, не знаю, там, психосоматические изменения внутри беременной головы, и что-то вылезает наружу совершенно в другом виде и в другом качестве. Три песни. Бор, Рис, Сыч. Значит, в заведении со страшным аббревиатурным названием ВНИИ КП, что расшифровывается как Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности, его языки называют кабельной, естественно, да. А есть человек, Евгений Борисович Васильев, великий человек, он очень любит авторскую песню, и не просто любит, он ее пропагандирует, культивирует, подпитывает, помогает. У него на территории ВНИИ КП, за забором, значит, есть такое бард-кафе у Борисовича называется, там раз в месяц проходят концерты. Барда очень любит там бывает, он очень такой радушный, хлебосольный человек. И когда все собираются, все как-то хотят сделать ему приятно, и в очередной раз захотев сделать Борисовичу приятно, я стал думать, как же мне его еще раз там вот. Вадик Егоров, по-моему, уже целую книгу собрал одних посвящений только Евгению Борисовичу. Борисыч, Борисыч, Борисыч. Вдруг у меня разложилось это слово Борисыч на три слова. Бор, Рис, Сыч. Ну, сначала я, конечно, как всякий исследователь психоневрологического состояния, задумался, к чему бы это. Потом я начал как-то искать, спасибо, я говорю, большому советскому энциклопедическому интернету, там есть эти три понятия. И бор, и рис, и сыч. Вот, значит, я по барам прошелся, по рисам, по зычам, и вот что получилось. Получилось три песни, причем такие, на мой взгляд, довольно разные. А Борисович один. Вот видите, опять не было бы Борисовича, вот так не проклюнулось бы, да и не было бы этих трех песен. Господи, как хрупок Николаевич, наш мозговой мир. Да. Обозвать. Николаевич. Я еще крепок. Самое гениальное это у Кнышева. Андрюша был за Николаев, не Двораев. Фамилия такая двойная. Николаевич, не Двораев. Не Хвораевич. Вот все. Николаевич, до 50 лет выполнил норму по операции. Ну все. Итак, бор. Эпическая песня. Thank you.
Путь мой без конца, что ж печалится, в небо лестница извита. Облаку печаль, никого не жаль, а кому и жаль, где-то. Нам-то, старикам, топать к облакам, Саке стоял на первом месте в исследованиях. Потом вдруг я совершенно неожиданно наткнулся на работы художника Андрея Рыкованов, такой художник, который рисует на рисунках. И я просто обалдел, такой мир целый открылся. И как-то после этого, знаете, я перешел на гречу. Как-то, честно, как-то вот рисунки. Я как-то начинал сразу вспоминать. И как-то вот что-то... А там действительно, вот... Если кто не знает, найдите Андрей Рыкованов. Фантастические дела делает человек, конечно. Ну и я сразу так воспрял, сразу так аромантичил. Вот и получилась такая песня. Художник острый палочкой царапал, ничего вокруг не видя, он над лупою сидел, за окном метели выли, и весенний дождик капал, он только все царапал, и на рисинку глядел. Там и зайчик, там и лис, там и мистер, там и мисс, и поющий вокалист собрались. Паганини и каприз, там и рис, и барбарис, и учитель раз, два, три, все на бис. Победитель серых крыс и смотрел с портрета вниз герцог-кис. Блюдали слезал сервиз, челем шуял черемис и склевал алкаш Борис антифриз. Просто так не для кого-то, то художник нас с собой всех.
их на зернышко возьмет. Последний блин романтик. Вот. Ну, когда я дошел до Сыча, тут у меня были сложные, многослойные ощущения. Сыч, птица такая ночная, такой предвестник, знаете ли. Вот. Не детская птица совсем, как я понял. Потом я наткнулся на стихотворение Анны Ахматовой, 1911 год. Мурка. Не ходи там, сыч, на подушке вышит. Мурка серый, не мурлыч, дедушка услышит. Няня, не горит свеча, и скребутся мыши. Я боюсь того сыча, для чего он выше? Я долго думал, для чего же он выше, для чего у меня это все вывалилось. Борис еще все здесь, какого богу. Борис, сыч, хотя человек нет, веселый, не надутый, ничего. Дневной человек. Но тем не менее. И второй эпиграф из Галича. Но мучительно и странно, все одна держит струна. Тоскливо, значит, ночь темна, за недальним поворотом прячется лиша, и бормочет привороты грешная душа. Эхо накрыла ночка, ноченька меня. Я давно бы ускакал, да нет коня. Ай, как горючие слезы древо окропят, левы черные, да мертвые горят. Тут огонь вот разгорается до самого горит, а из злобы и хворобу все испепелит. А недобрые пересуды пропадут во тьме, и останется спокойствие во мне. Это братцы, ни дорог, ни дорог. Надо выбираться из глухих чащоб. Только лес тот заколдован, некуда идти. Мне бы только вспомнить слово, душу вывести. Заклубились чьи-то тени там и тут. Yeah.
диск получился практически из случайных песен. То есть, если бы не было каких-то событий, не было бы этих песен. Да, потому что следующая песня, как я понимаю, тоже из разряда случайных. Ежели бы много лет назад на свете не появился маленький мальчик, по-моему, Поль его зовут, по фамилии Дюкан, который рос... Я слышу воркующие женские, идут женские смехи. Конечно, да. Он жил, потом вырос, придумал, как задурить весь мир, так и задурил его. Вот, и начали худеть по Дюкану и мужчины, и женщины. По-моему, сейчас до животных он уже добирается. Мне, знаете, вот я говорю, случай, который меня сподвиг. К жене пришли подруги, такой девичник, они сели. Я урчаю, говорю, пристроился с краешку, вожделенно глядя на бутылку водки, потому что, ну, дамы, честно говоря, а я? И вот и даже по первой не успели налить, они уже по 3 литра воды каждая. Я говорю, а что это, девочки, водянка, что ли, у вас? Говорю, что, не понимаешь, Дюкан? Я вчитался, мне понравилось. Значит, чтобы похудеть, надо больше пить. Там же не сказано чего. И кушать отруби. Но самая наша еда. Какие нахрен санкции? Мы пьем и отрубями закусываем. Все, мы непобедимы. Все тройные такие ходим. Я начал думать над этим. Потом я стал углубляться в Дюкан. Значит, еще книга появилась 60 дней с Дюканом. Я 60 дней спал за Дюканом. Вообще под подушкой у меня лежал. Я питался, флюидами напитывался. Значит. Я, интересное словосочетание, эффект йо-йо. Я-то думал, что это чисто наше. Это степень высочайшего удивления по нашему. Оказывается, эффект йо-йо – это быстрый набор веса после кратковременной его потери. Человек день худел, на ночь съел батон с майонезом. Утром посмотрел, сказал, а что это? Вчера Дюкан, понимаешь, целый день. Мне понравилось это Дюкан. Я думаю, ну, какую-то свою надо разработать теорию. Народ у нас падок. Ой, падок. С грохотом падок на все. И написалась такая песня про Дюкана. Николаевич говорит, по-моему, вля. По-моему, тоже. На диске обязательно послушайте. Там Евгений Николаевич просто изгалился над Дюканом. Он написал такие хоры, там, подголоски, там, Дюкан, кто такой? Ну, это в музыкальном плане, такое музыкальное жертвоприношение, конечно, Владимиру Семеновичу Высоцкому. Моя тут как-то учудила, я, кстати, был тогда не пел. Сказала, знаешь, что чудила, мой идеал теперь Дюкан. Мне жить с тобою не с руки, ты не влезаешь в ползунки, которые носил в яслях, и ох, эх. Я ей сказал, какого хрена? Иди ищи себе масла. Она сказала, не прибелло, и ла-ла-ла, и бла-бла-бла. Короче, господи, прости, мне мозг проели до кости, и в горле ком осталось, и я стал худеть. Меня кормили отрубями. А если я их плохо ел, она уйти грозилась к маме. О, как я этого хотел! Я днем худел, как Марти Кот, а ночью все наоборот, поскольку ночью брал свое, эффект йо-йо. Я через месяц обессилел, забыл, когда с друзьями пил. Меня без всяческих усилий в сквозняк по комнатам носил. Сказал себе я задний ход, на помощь надо звать народ. И я вернулся в экипаж, в родной гараж. Мы похудеем по Дюкану. С утра стакан, в обед стакан. Под вечер режешь 2 стакана. И сразу похрен тот Дюкан. Жить стало сразу веселее, чтоб похудеть, побольше пить. И мы Дюканем на ура.
ура, 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 ура. Так что, я думаю, надо мне... Ни у кого нет прямого выхода на Дюкана? Не общались так вот? Глаза в глаза, да? Надо бы мне с ним... Может, он включит издание, знаете, 58-е, как-то... «Съедобные грибы России» издание третье. Исправленные и дополненные. Черные обложки. 60 дней с Дюканом плюс песни. Да. В книге вот это, по-моему, «Красной бурды» было. У Маедов «Горе от грибов». Вот так точнее будет. Это смотря от каких грибов. Галлюциногенные грибы еще не такое выдадут. Да. Вот, ну а сейчас послушаем сольную партию гитары Евгения Галыча, на которой я вам напою сонет. Так, оказывается, хорошо сонеты сочинять. 14 строк и все. Тимур Султановича Шауна посоветует. Вот это песня, конечно, на 4 листа. А, 4. Четыре. А тут, значит, самодеятельный поэт Евгений Сокольников как-то прислал мне стихотворение на 80 строк. Ну, мы с ним работали, списывались и исписались до 14. Вот и получился такой сонет. Все пройдет,
углу, конечно, свечка, но какой без свечки вид? Свечка тоже ведь не вечна, и поэтому коптит. И сверчок часы заводит, что-то знала наперед. Так и жизнь все ходит, ходит и проходит. Дмитрий Аполлонович Земский здесь? О. Давайте поприветствуем Тима Земский. Это человек, который записал этот альбом, отмастерил его. И вот весь звук на этом альбоме это делает. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Даст Бог, еще поработаем и еще напишемся. Вот. Ну, а диск и, наверное, первую часть нашего общения завершает стихотворение. Йорик, Йорик, ты, видно, забыл. У забав шутовских есть пределы. О, как ты остроумно и смело с господином когда-то шутил. Господин хохотал до слезы. До слезы хохотали и гости, и борзая, забывши про кости, улыбалась, отвесив язык. И господский поправ пьедестал, ты развенчивал тупость и скупость, ты высмеивал барскую глупость. Ты, о, как ты блистал! Ты смеялся над бренностью тел и кричал, что бессмертны лишь души, а елеем залитые уши — это только несчастных удел. Ты лакеев стирал в порошок, и лакеи смеялись до колик. Ах, ну давай, заверни-ка соколик! Ах, как остро, ах, как хорошо! Ах, наивные дети земли! Чуть не в голос они хохотали, и когда тебе шею ломали, и когда за конюшню несли. Отсмеявшись, уснули века, господин и усталые гости, лишь борзая, забывши про кости, на луну заскулили.